охотникам всем привет! Сегодня я отправился за конем, за бельем, нет, за карасем, вот. Значит, сегодня будет у меня ночная рыбалка, возможно, позже подъедет у меня еще товарищ. Ну, пока что я еду один. Ну и не забудьте подписаться ко мне на канал, оставьте какой-нибудь комментарий, поставьте лайк. Вот, ну, я, в общем, тронул за карасем. Почти уже на месте, вот уже начинаются озера. Вот сейчас я только вспомнил, мы 2 года назад как-то были здесь. Сейчас вспомню, куда заехать, а там придется еще шмотки перетаскивать. Ну и здесь еще вот в этом месте я как-то ловил щучку, где щука водится. Тут на проводах куча всяких снастей висит, провода низко. Вот я здесь тоже одну блесенку оставил, где-то она здесь висит у меня. До воды примерно 100 метров, придется походить, потаскать, по грязи походить. Ну все, я на месте, товарищ, скорее всего, у меня не приедет, сегодня буду ночью я один. Вот такая вот у меня приманка, сегодня будем прикармливать карася. Вот, fishing bite. Значит, способ приготовления: при первоначальном замесе добавить 250 мл воды на килограмм смеси, после замешивания дать впитать воду в течение 10 минут, доувлажнить небольшими порциями воды до необходимой консистенции. Значит, я тару с собой не взял, вот нашел бутылку, буду, короче, замешивать бутылки. Сейчас замешаю и отправлюсь на лодке. Вот лодку накачал уже, поедем вон туда. Так, открываем мешок. Такая смесь содержит чеснок, и она очень привлекает карася. Добавляем воды, даем ей впитаться и потом размешаем. Прям конкретно чесноком прет. Вот, нашел палочку. Будем мешать палкой. Сейчас у нас дождик пошел. Сейчас вот одел резиновый плащ. Сейчас пережду дождик, пока половлю с берега. Ну, наконец-то все утихло, ветер утих, дождика уже нету. На берегу там сидел, не получилось половить, поклевок, в общем, не было. Кукушка кукует. Это значит хороший знак.
Сейчас поймал 2 карасика. Это уже радует. Ну, просто, вообще просто супер. Ну ладно, пожелаю приятного просмотра. Надеюсь, я сегодня карася наловлю. У меня поклевка. О, есть. Есть еще один. Ура! Ну, такие вот стандартные. Это 3-й карась. Ну, ждем, ожидаем лучшего. Сейчас я еще прикормлю. Прикормку заброшу. Пускай наш карась подходит. Поклевка, поклевка ведет, ведет. Вот. Опа. Опа. Есть. Есть, есть, родной. Вот он. Хорошечно. Устал сидеть в лодке. Сейчас я вот к берегу причалил. Сейчас буду ловить с берега. Вот еще один карасик. С берега тоже берет. Тоже такой небольшой. Вот. Он очень-очень осторожно брал. Ну, заглотнул хорошо. Вот. Есть. Это побольше. Вот, вот такой вот карасик уже немножко поболя будет, побольше, потолще. Вот, сейчас уже темнеет, уже вечереет настолько, что начала температура падать. Вот, и сзади меня, вот если видно, вот туман поднимается. Вот, но мы будем рыбачить дальше. Удочка стоит, но поклевки уже перестали. Поднялся туман. Сейчас уже намного холоднее стало. Где-то плюс 3. Вот, сейчас я буду, наверное, возвращаться в машину. Посплю в машине и рано утром встану на заре. И продолжу свою рыбалку. Ну все, друзья, я отчалил. Сейчас мне придется проплыть около километра, может быть, полтора. Вот, сейчас до машины доберусь и буду ночевать в машине. Надеюсь, что нравится моя вам рыбалка. Если нравится, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в мою группу, ссылка будет в описании. Это группа ВКонтакте, группа рыбоохотников. Вот, ну, продолжение следует. Друзья, мое утро прошло без результата. Утром просидело 4 часа, видел только одну поклевку. Видать, наш карась, он клюет только поздним вечером.
Ну, от нуля я ушел. Поймал вчера 8 таких вот небольших карасиков. Ну, а на этом я буду заканчивать. А вы подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий какой-нибудь. В общем, всем ни хвоста, ни чешуи. И всем пока.